Приветствую, друзья, вас у себя на канале. Сегодня с хорошей темой. Это пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-конференция Владимира Путина не оставляет никого равнодушным. Но прежде чем переступить к маленькому разбору, мы не будем ее разбирать полностью, потому что это не имеет смысла, так как вы все уже все посмотрели и все видели. Но кое-какие моменты мне очень понравились, которые я хотел бы с вами обсудить и вам показать. Но до этого, как я уже сказал, мне бы хотелось показать вам нашего президента, Владимира Зеленского. Итак, Владимир Зеленский на беговой дорожке прошлой зимой говорит о чем? Сами послушайте. Працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема, ну, дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти. Я не знаю, але сподіваюся, хтось президенту сказав о тому, що ціни на все піднялись здоровські. Платежки все видим, все стонут и, ну, мягко говоря, все в легком недоумении от того, как президент обещал, за что он боролся и что он ничего не делает. Вот так вот Владимир Зеленский походил по дорожке и дал нам надежду на то, что они борются и находят выход для того, чтобы понизить платежку, а не повысить. Хотя на самом деле получилось все наоборот. И пока Владимир Путин делал свою пресс-конференцию, говорил, как всегда, более 4 часов, а в это время Владимир Зеленский, когда Владимир Путин давал свою пресс-конференцию, играл в теннис. Вот, посмотрите. Мендельс показала эти кадры перед тем, как вышло большое интервью Владимира Зеленского в Times. Пинг-понгист. Владимир Зеленский, играющий в пинг-понг с журналистом. Итак, что может быть прекраснее и лучше? Да, нужно подогревать массы, да, нужно сливать информацию. Как вы все знаете, Навальный и Беллинкат опубликовали расследования, и они нашли всех СБУшников, которые следили за ним 3 года и так далее. Об этом мы отдельно поговорим. А сейчас о пресс-конференции Владимира Зеленского. Итак, а сейчас Владимир Путин. Пресс-конференция. Вопрос по тому самому пациенту. Смотрим. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Но я уже не говорил на этот счет неоднократно. Могу только некоторые вещи повторить. Но я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет. По поводу там, данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Что? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Ну, вот так вот он отвечает, ну, не называет его фамилии, и Песков тупится, смотрит на это все, поэтому ваши комментарии внизу. Хотелось бы услышать, почему власть не комментирует, и тем более Владимир Путин не называет имени Навального. Итак, дальше у нас отличные новости из вашей любимой рубрики «Советские мультфильмы». Кот. Да-да.
Про того самого кота. Давайте посмотрим. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Ну уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, но, во всяком случае, такие весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов. Ребята, давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Что может быть лучше? Мемы, которые появились, меня просто разорвали и не оставили равнодушным, я надеюсь, как и вас. Вот это оригинал. А вы держитесь, мужайтесь. Ну ничего, ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Вон, обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну что теперь сделать? А здесь народное творчество. Тарам, который не может спокойно усидеть на своем кресле. Держитесь, мужайтесь. Ну ничего, ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Вон, обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну что теперь сделать? Итак, в завершении этого всего, что меня больше всего порадовало, Шнур. Шнур. Человек... Для меня человек из 90-х, человек протест, человек мат, мат без электричества, мат в саду, мат-перемат и так далее. Да? Но сейчас Шнур у нас другой. Послушаем вопрос Шнура. Что он спросил у Владимира Зеленского? Я думаю, вам тоже будет интересно это послушать. Если вы это слышали, еще раз переслушайте и оставьте свои комментарии внизу. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Лучше этого только получился ролик у Харламова. Он показал правду, как было на самом деле. Итак, еще раз. Бульдог о Шнуре. Или о том, как Шнур задавал вопрос. Это меня не оставило равнодушным, ровно как и вас, я очень надеюсь. Давайте его посмотрим вместе. Как простому русскому человеку, вот простому, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику. Ну что, друзья, видите, пресс-конференция удалась. Владимир Зеленский, играющий в пинг-понг и заботящийся о нас в прошлом году с понижением тарифов, о том, чтобы мы жили лучше, он очень заботился на беговой дорожке. Сейчас ему не до этого. Сейчас у него другие заботы. Великое строительство не ждет. Великие дела не ждут. Дела государственной важности. А что вы думаете по этому поводу? И какое ваше мнение? Оставляйте, пожалуйста, внизу в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать и ответить вам на ваши комментарии. И если есть какие-то вопросы... А лучше все-таки подписаться на канал, поставить лайк и не забывать смотреть мои видео. Всем всего хорошего, отличного настроения, чтобы у вас было тепло дома, несмотря на повышение или отсутствие тепла. Чтобы у вас было всегда хорошее настроение, чтобы у вас было тепло дома и чтобы вас не заботили повышение тарифов. И вы встретили Новый год с улыбкой, отметили Рождество с открытой душой и проводили старый Новый год и встретили новый уже в следующем году вторично, как это принято. Всем всего хорошего еще раз. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставь свой лайк. С вами был я. Peace.